со мной велик наш Господь, и все увидят, как велик наш Господь. Vamos a tener un tiempito de oración. Tal vez alguna mujer quisiera orar, tal vez la hermana que está en la parte de atrás. Может быть, какая-то женщина, девушка хочет помолиться, может быть, девушка сзади. Да, да. Alguna mujer quiere orar. Может быть, какая-то женщина хочет помолиться. Любящий милосердный Господь, я благодарю Тебя, что Ты собрал нас, как птица собирает своих птенцов под крылья. Я благодарю Тебя, что Ты прислал сюда Эрнеста и Клода, чтобы они сказали очень важные вещи для нас, Господь, и для меня особенно. Я благодарю за все слова и помоги, чтобы действительно не только услышать, но понять и принять все, что ты хочешь дать. И сейчас, Господь, если у кого есть печальное сердце, ты просто наполни это сердце радостью, Господь. Если у кого-то есть потеря, ты восполни эту потерю. Господь, я прошу тебя, дай, чтобы мы в едином духе могли сейчас быть открытым сердцем для того, чтобы принять все, что ты скажешь нам. Благодарю тебя, что ты собрал нас и ты действуешь. Люблю тебя, мой Бог, и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen.